Привет, ребят, с вами я Владрой. У меня не... Почему я записываю вот так вот, а не прям на видеозаписи? Потому что у меня нет такой возможности, что я вырежу на монтаже, просто я плохо помню. Ну, мы начнем ролик, а мы сначала должны вырезать шлёпу. Вот, мы вырезали. Ухи делаем отдельно. И смотрите... После того, как мы вырезали, надо как-то мне, во-первых, поставить камеру. Теперь вам, вы меня видно, да, я в шортах, не, YouTube не баньте. Смотрите, после того, как мы вырезали, мы берем железную линейку и... Блин, надо поближе. И вот так вот. Мы делаем... Видно? Вот так вот. Канцелярский нож. И... вот обводим черные контуры. Немного разорвался, но ничего, это так надо, может быть. Итак. Целимся. Сейчас, секунду, посмотрю. Записываем дальше. Дальше по вот этой стороне. Ё-моё, я тут не вырезал. Сейчас вырежу. Я быстро только. Я сейчас сделаю быстро. Вот. Так, мы вот делаем вот так вот. Все видно. Обводим. Дальше вот тут вот. Так, запись идет. И теперь вот здесь вот. По диагонали. Я прицелюсь. Дальше вот так вот. А потом вот тут вот сверху. Вот тут вот. Все сделали. Секунда. После того, как мы это все... Да ё-моё! Стоп, погодите. Я... Погодите. Секунда. Я прерываю ролик. Как это вышло? Извините, пожалуйста. Я не знаю, как это вышло. Стоп. Вообще не понимаю. Это, короче, после того, как мы это все сделали, мы берем клей. Я не понимаю. Блин, где клей?
есть, он на месте. А! Клей потерялся. Запись идет, зайдет. Чуть не свалился. Смотрите, мы, допустим, мы открываем клей. Да и удивляйтесь, это краска. И набрасываем белые контуры. Потом сгибаем. Вот так вот. И приклеиваем. Вот, смотрите. Вы пока все приклеиваете, а я тоже все склею. Смотрите, после того, как мы все приклеили, да, у меня неровный. Мы... Сейчас, секунду. Прям секунду говорю. Я уши потерял. А, вырезаем уши. Я сделаю это сейчас. Прям при вас. С такими ножницами. Ничего, я просто ночью реально записываю. Ну как ночью? Практически. Опа. Забыл клей закрыть, это самое главное. Вот мы вырезали одно ухо, и теперь пригибаем угол. Почему? Потому что надо приклеить как-то. Немного неровный. Вот я реально говорю. Он неровный. И намазываем весь угол, который мы согнули. И быстренько приклеиваем. Вот так вот она. Такая вот ухо. Извините, пожалуйста, у меня так уже бывало. Вот такое вот у нас ухо. Вот такое вот у нас ухо. И также с левым. Так, смотрите, у нас должен получиться вот такой вот шлепка. Ну, шлепа в лицо вам прощается.